«Восхождение Юпитер». Когда-то это были братья Вачовски, Энди и Ларри. Снимали они «Матрицу», сейчас Энди и Лана Вачовски, брат и сестра. «Восхождение Юпитер» получилось громогласным, абсолютно красивым, динамичным и никому не нужным. Ну, разве кроме тех, кто делал для него спецэффекты. Чаннинг Татум в одной из двух главных ролей, грим, ну это смешно. Ребята, смотрите, ну я, кроме как улыбки, у меня это ничего не вызывало. А вот посмотрел более камерное, ну как камерное, «Путешествие вокруг света» с Саймоном Пеггом, которое называется «Путешествие Гектора в поисках счастья». Вот это кино мне понравилось. Доброе, очень хорошее и неожиданно динамичное для такого вот жанра фильма «Путешествие». Саймон Пегг вообще, как по мне, один из самых лучших комиков не только в американском, не только в английском, но и в мировом кино. А совсем скоро выходит новый фильм с ним. Называется он «Все, как ты захочешь». Терри Джонс, один из великих Монти Пайтонов, возвращается. Причем возвращается не один, а всей командой Монти Пайтонов. Они все озвучивают роли инопланетян в этом фильме. Посмотрите, посмотрите этот трейлер. Нам с Мусей он очень понравился. Правда, Муса? Тебе понравилось? Ага. Властью, данной мне межгалактическим советом, я издаю указ об уничтожении планеты Земля. Но сперва, конечно, разомнем эту тему и потестим. Один землянин будет выбран случайным образом. Чтобы доказать, что он сможет использовать абсолютную силу во благо. Но если он накосячит, мы сотрем Землю к чертям собачьим. Допустим, ты мог бы сделать одну вещь, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Легко. Я бы заценил буфера соседки снизу. Я могу творить чудеса. Одежда, наденься на меня. Мне надо только махнуть рукой. Дайс, давай, говори. Печеньки. Чего? Печеньки, пожалуйста. Больше ничто не имеет значения, хотя, если подумать, я бы не отказался отсмашать твою ногу. Немедленно. Я мог бы решить все проблемы в мире. Ты все хорошо обдумал. Собачьи какахи, уберите себя сами. С ним все ясно. Добрых дел от него не дождешься. Я хочу иметь просто офигенное тело. И огроменный. Ну, не такой гигантский, конечно. Я был эгоистом, но я могу сделать людей счастливыми. Пусть все, кто умер, оживут. Ну, не за все же время. Вы чокнулись? Хочу быть президентом Соединенных Штатов. В машину, быстрее! Вот доклады по Сирии, дефициту бюджета, Израилю и Ближнему Востоку. Пригните! О, боже! Ура! Звонок, звонок! Просто опять притворись тупым животным. Я люблю тебя, Нил! Заткнись, Деннис! Нил, секс-машина! Дай мне тело великого человека!